Нынешняя зима, как говорится, удалась. И снег, и мороз, все есть. И в ближайшие дни синоптики прогнозируют усиление снегопада, что, естественно, скажется на ситуации на дорогах. Мы решили проехать по городу Видное, по центральным улицам, заглянуть во дворы и самим посчитать количество снегоуборочной техники. И считать мы начали прямо на улице Радужной, где в дневное время довольно оживленное движение. Но трактор здесь в настоящее время самый главный. Ему всегда зеленый свет. Снег идет беспрерывно, но пока на дорогах спокойно. Едем в центр, где наверняка убирают основные магистрали города. На Советском проезде трудится команда работников дурсервиса. Погрузчик торопливо перевозит кучу снега в самосвал. Рабочий с лопатой помогает. Разговаривать с нами ему особо и некогда. А у вас какой-то план вообще есть вот здесь вот по работе сегодня? Вы знаете, вы там машину загрузить или вообще какой-то участок? Нет, просто вывозить весь снег и все. Ага. Один план просто, чтобы было чисто, территорию убрать и все. И все будет до ночи. Легче всего водителю самосвала. Его задача – вывести собранный снег. Уже две машины отвез. А вообще план какой-то существует или просто по времени сколько? По времени в основном. Как обычно, сколько вот за день успевается? Бывает 4, в зависимости там, от того, как он быстро грузит. Бывает 6. Тротуары убирают специальной техникой. Сотрудник дорсервиса Юрий Анатольевич рассказал, что умеет управлять и ротором, и триммером. Работа необходимая, хотя снег порой засыпает дороги быстрее, чем его успевают убирать. Едем дальше и оказываемся во дворе дома 24 на Заводской. Если расставлять приоритеты и выбирать, что чистить в первую очередь, центральные дороги или межквартальные, выбор очевиден. И все-таки техника должна заходить и во дворы. По словам местных жителей, у них во дворе снегоуборочная техника – гость регулярный. Здравствуйте, скажите, а у вас вообще вот здесь дворники убираются? Вы их часто видите? И снегоуборочная техника? Часто. Часто? Да. То есть у вас все, да, все в порядке нормально. Здесь? Каждый день. Убирают? Да. То есть нареканий нет? Нету. Да. Только один, и как у вас там? Не очень. То есть на Заводскую 24 заезжают, а к вам мимо? Мимо, да. А дворники? Дворники почистить чуть-чуть и все. Можно быть уверенными, что среди жителей города найдутся и те, кто доволен уборкой снега, и те, кто невысоко оценивает работу коммунальщиков. А между тем зима продолжается. Конечно, весь город мы не смогли объехать, но те дворы, те улицы, по которым проехали, достаточно в хорошем состоянии. И люди говорят, что снегоуборочная техника бывает в их дворах, все чистят. Надеемся, переживем и этот снегопад. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.